Всем привет, ребята, бизнес на малине. Отвечаю на вопросы. Покажу, прижилась черешня, которую я садил, пересаживал пятилетнюю черешню осенью. Покажу вам. Ну, сейчас отвечу на самый популярный вопрос, который мне часто задаваемый. Когда осенью лучше садить малину? То есть задают часто вопрос, когда лучше осенью или весной. Ну, я вам показывал в том видео старом, прошлогоднем, как приживается малина, сорт полька, осенью и весной. Я сажу только осенью. Но какой момент осень посадки малины самый лучший, оптимальный, самый лучший? Время года – это осень, а время сезона – это дождаться, когда малина, то есть созреет полностью, готова будет уйти в спячку, то есть отпадет лист. Вот это самое лучшее время посадки малины. На то, что тут практикуется в Краснодарском крае, в начале сентября уже вовсю продавать саженцы. Понятно, человек хочет продать саженцы и заработать на этом побыстрее. Чем раньше начать, чем типа меньше клиентов будет. Конкурентов, то есть не клиентов, конкурентов. Но я вам рекомендую садить малину осенью при нулевой или минус 1 градуса. То есть дождаться, когда 0 градусов постоит 2 дня или минус 1 будет ночью. На второй-третий день можете садить малину, приживаемость 100%. В других случаях приживаемость, конечно, намного хуже. Но тут еще есть такой момент в Краснодарском крае. Тут как бешеный начинает садить, продавать саженцы уже в начале сентября. Уже полная авито там стоит продажа саженцев, уже на рынке стоит. Но вам я не советую покупать в такую рань саженцы малины, потому что вы сами должны понимать, допустим, в Краснодарском этом же крае, я, допустим, вот с этого сорта польки собираю до октября месяца. То есть малина готова подоносить до октября месяца. То есть она еще не ушла в спячку, не подготовилась. Все у малины хорошо, то есть если вы купите, допустим, в сентябре малину, саженцы, да, конечно, это может хорошо, хорошая цена, но вы должны представлять с собой, что в сентябре еще малина вовсю дает урожай, и вы собираетесь покупать саженцы, когда малина еще не готова уйти в спячку. Тут еще моменты такие интересные, смотрите, но я думаю, в этом году намного быстрее будет урожай, чем в том году. Вот смотрите, уже такие батоны появились на сорт полька. Еще даже лета нету, уже весной уже малина готова отдавать урожай. Я не знаю, это плохо или хорошо это. Конечно, местами жара была, вот так подгорел листок. Вот смотрите, батоны уже вовсю дают урожай. Я не знаю, это прошлогодний, это этого года побеги, не прошлогодний, имею, извиняюсь. Уже дают урожай. Уже скоро зацветет. Не знаю, на что это повлияло. Или сырая, мокрая, то есть осень. Или не могу понять. Первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно там у часа 15, ну, в первых числах лета сорт полька дает, начинает вот такие завязки дают уже, батоны, как называется. Ну, не знаю, поживем, увидим, что лучше или плохо. Обычно, еще повторяюсь, для Краснодарского края полька дает, начинает с 9 числа, с 5, там уже первая ягодка появляется красная. 9 уже начинается. 15 июля уже хорошая малина дает. 07 месяц. Сейчас пойдем покажу, как прижилась черешня. Так, ребята, вот тут соколица у меня. Вот так уже ягодка такая. По
Посмотрим, что выйдет. Пойду покажу вам. Черешню. Так, ребята, прохожу мимо, показываю мопему. Наверное, через 3 дня начало лета. Вот так мопема подросла. Вот это сорт Таганка. Вот так же подросла. Вот это Зюгана. Зюгана. А вот Моровила. Моровила так неплохо выросла, в принципе. Ну, она и должна быть там до 2,5 метров. Такая неплохая ягодка. То есть кустики такие неплохие. Даже дала по 2-3 побега в тех, в первых трех случаях. По 2 побега. А вот это полька. Разницу, в принципе, вы видите. Сейчас покажу малину. Сейчас, ребята, покажу черешню. А вот черешня. Так она прижилась. Надо, конечно, поливать ее. Ягоды, наверное, в этом году мы не увидим на ней, потому что ягода вся отпала. Это связано с приживаемостью. Ничего страшного, главное, чтобы в этот год она прожила лето хорошо. Листик такой вялый. Подкармливал уже ее раз. И поливаю раз в неделю.